Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Центральный рынок продают. Администрация города включает его в план приватизации муниципального имущества. 100% акций центрального рынка предлагается продать в 2019 году. Их оценили в 220 миллионов рублей. В следующем году продадут 100% пакет акций гостиницы «Губернская». Цена 30 миллионов. В частные руки также перейдет 64,4% акций компании «Куприт» за 45 миллионов рублей. А до конца этого года будет продана доля города в магазине «Детский мир». 100% акций – 40 миллионов рублей. От продажи город планирует получить как минимум 500 миллионов, а деньги обещают направить на развитие социальной инфраструктуры. Например, городу необходимо еще порядка 10 детских садов. Планируется строительство школ в Долгушино, Чистых прудах, в Ганино, отмечают в Кировской администрации. Программа «Экономика». Родине поможет компания «Т-Плюс». Об этом пишет портал «Айкиров». По его данным, на сайте госзакупок появился лот на размещение спонсорской рекламы в рамках мероприятий с участием хоккейной команды «Родина». Заказчиком выступает компания «Т-Плюс». Сумма контракта – 20 миллионов рублей. В компании порталу подтвердили, что достигнута договоренность о спонсорской поддержке клуба «Родина» в игровом сезоне 2017-2018 годов. Зрители матчей и болельщиков клуба являются непосредственными потребителями услуг теплоснабжения, поэтому размещение рекламы «Т-Плюс» на форуме и во время матчей «Родины» компания считает эффективным способом формирования своего позитивного имиджа у потребителей и жителей города Кирова, говорится в комментарии «Т-Плюс». Экономика на 101 FM. Зарплаты за год выросли на 5%. Кировстат опубликовал данные за первые 5 месяцев 2017 года. За этот период средняя зарплата в Кировской области составила 23 727 рублей. Самыми высокооплачиваемыми оказались финансовая и страховая деятельность. Там зарплаты 42 тысячи, это на 75% выше среднеобластной. Самые низкие зарплаты традиционно в гостиницах и на предприятиях общепита – 15,5 тысяч рублей в месяц. Ниже среднеобластного уровня на треть. Экономика. Доллар снизился на 15 копеек и сегодня стоит 58,93. Евро, наоборот, вырос на 66 копеек. Курс на сегодня 68,66. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.